решение с ними каких-либо действий. В Уфе с целью обеспечения благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, то есть предприятий или организаций на территории Российской Республики Башкортостан функционирует таможенный пост аэропорт Уфа. Объем перевозок в международном аэропорту Уфа имеет стабильную положительную динамику. В 2013 году рост пассажирных потоков составил 32% по отношению к аналогичному периоду 2012 года, а количество воздушных судов увеличилось на 27%. Как